Здравствуйте, на канале ФКТ. Время новостей. В студии Инга Габешия. И вначале коротко о некоторых темах выпуска. Ветеранам стоит вспомнить о бдительности. Вопрос безопасности во время майских праздников подняли на городской антитеррористической комиссии. Юных сочинцев научили, как действовать в случае пожара. В школах прошли тематические уроки. Живопись, вдохновленная танцем. В Зимнем театре сегодня открылась выставка новосибирца Евгения Баранова. Около 1000 спортсменок приехали в Сочи на чемпионат по эстетической гимнастике. Что это за вид спорта и кто в числе фаворитов? На Кубани назвали лучшие сельские поселения. Сегодня в Краснодарской филармонии подвели итоги конкурса, который проходил весь прошлый год. Победителей поздравил губернатор Вениамин Кондратьев. Лучшие поселения региона получили денежные призы, которые направят на благоустройство хуторов, станиц и городов. Награждение приурочили к российскому празднику – Дню местного самоуправления. В прошлом году мы благоустроили 182 двора и 43 парка. В этом году мы планируем благоустроить 180 территорий и на эти цели выделить практически 1,5 миллиарда рублей. Я вот устраиваю работу своей команды так, чтобы они не были начальниками, а в районах подчиненные. Все вместе мы одна целая команда. Все вместе мы отвечаем за жизнь. И все, что сегодня предлагается в виде решений в крае, должно четко сверяться с вами, с органами местного самоуправления. Потому что вы там, на земле, как я уже не раз говорил, вы сильнее ощущаете проблематику жизни, вы сильнее ощущаете приоритетность, на что нужно выделить деньги, какие проекты должны быть в первую очередь. Поэтому любое решение в первую очередь должно согласовываться с органами местного самоуправления. Я также вас прошу, когда вы свои решения будете принимать, тоже в первую очередь сверяйте их с интересами жителей поселения. Насколько им нужно уже ваше решение. И тогда мы сможем сказать, что на Кубани принципы самоуправления работают не на словах, а на деле. Именно от представителей местного самоуправления во многом зависит, насколько людям комфортно жить у себя в станицах и городах, добавил Вениамин Кондратьев. На матче Мундиаля в Сочи распродано 85% билетов. До большого спортивного праздника остается около 1,5 месяцев. Уже в начале июня в Краснодарский край начнут приезжать футболисты и спортивные болельщики. О готовности инфраструктуры в кубанских городах говорили на заседании Краевого оргкомитета по подготовке к чемпионату мира. Провел его Вениамин Кондратьев. С подробностями наши краснодарские коллеги. Отдельный зал для силовых тренировок, зона для игры в настольный теннис и даже новое оборудование в пищеблоке, чтобы готовить блюда из спецменю. Перед визитом именитых спортсменов в отеле устроили большую перестройку. 60 футболистов из Исландии приедут в Кабардинку уже в начале июня. Зарубежных гостей ждут во всеоружии. Даже конференц-зал переделали в киноцентр, чтобы спортсмены не упустили из внимания ни одной игры соперников. Наш кинотеатр, где футбольная команда будет просматривать футбольные матчи. Это будет прямая трансляция. Мы приобрели новые экраны, звуковое оборудование. Они будут обсуждать буквально каждую игру, насколько мы поняли. Вот, и просматривать все ошибки, которые могут быть при возникновении, наверное, их там совместных матчей. Все номера в отелях, которые будут принимать участников чемпионата мира, подготовили согласно райдеру каждой футбольной команды. Отдельное внимание отдыху спортсменов. Вот, например, в Геленджике сборную Швеции уже ждут расстеленные перины. Вот, собственно говоря, у нас очень удобные матрасы. Гости наши очень любят останавливаться у нас. И также ортопедические подушки. Поэтому именно это то, что нужно для наших спортсменов. Буквально в 20 минутах ходьбы от комфортных номеров тренировочная площадка, которую тоже подготовили специально к приезду иностранных футболистов. Газон здесь постелили еще в ноябре. Семена привезли из Германии, а вырастили зеленый ковер в волгоградском питомнике. Раз в 3 дня траву равняют. А это уже футбольное поле в Адлере. Здесь перед решающими матчами будут отрабатывать тактику спортсмены из Польши. Тренировочную площадку сегодня проинспектировал глава региона Вениамин Кондратьев. Вместе со своим заместителем Николаем Далудой губернатор оценил покрытие поля, трибуны и служебный комплекс, где разместились душевые, раздевалки и медпункт.
созданы все условия для того, чтобы команды, которые сюда приедут играть, находились в очень комфортных условиях и достойны команд мирового уровня. И условия здесь созданы не хуже мировых, на уровне, а может даже лучше. Поэтому я, единственное, коллеги, считаю, чтобы все это мы максимально могли сохранить и после того, когда пройдет чемпионат мира по футболу, чтобы уже дети наших спортивных школ, футбольных школ могли тоже этим пользоваться. И согласно вашему решению, как раз вот эти две тренировочные площадки, они будут переданы краевой спортивной школе по футболу. К приему Мундиаля уже полностью готов и самый главный стадион. Специально для чемпионата мира олимпийский Фишт пришлось реконструировать. После игр в ходе переделок отсюда вывезли 14 тысяч тонн металла. Это около 200 железнодорожных вагонов. Для сравнения, это даже больше, чем вес Эйфелевой башни. На трибунах построили дополнительно 4 тысячи мест для болельщиков. А само поле представляет собой целую конструкцию. Вот это поле, это стандартное поле 105 на 68 метров, подушка 2,5 метра, и здесь 32 километра труб. Это для подогрева поля и 5 километров для дренажа. Вот здесь вот уложено. На матчи, которые пройдут в Сочи, уже продано 85% билетов. Город должен быть полностью готов к такому потоку и футбольных болельщиков, и отдыхающих, ставит задачу Вениамин Кондратьев уже на заседании оргкомитета. Ведь игры чемпионата мира будут проходить в самый разгар курортного сезона. По территории курорта будут курсировать 70 пар электричек. Дополнительно пустят еще 100 рейсовых автобусов. Чтобы избежать заторов, Олимпийский парк будет полностью закрыт для транспорта. Без специальных разрешений не смогут попасть автомобили и в сам Сочи. Но это не должно доставить неудобств. Удобства ни жителям, ни гостям города, акцентирует внимание глава региона. Въезд может быть только с разрешениями. А для чего нужно разрешение? Чтобы было понимание, каким образом мы этот автобус или автобусы, даже их будет достаточно, но мы будем это регулировать, интегрировать в ту транспортную логистику, которая уже будет. Поэтому заранее, еще раз подчеркиваю, заранее работайте со всеми перевозчиками. И пассажироперевозчиками, и грузоперевозчиками. И должна быть понятная схема перемещения, как будут ходить маршруты, как будут ходить автобусы, что-то будет изменено, или что будет по-старому, или они будут увеличены, количество маршрутов. То есть вот здесь все должно быть максимально продумано. С оргкомитетом отработано, и эта схема. На подъездах еще в районе Краснодара будут установлены бани. В районе Горячего Ключа будет проводиться уже определенная фильтрация, работа с водителями и собственниками автобуса. Но жарко будет не только в Сочи. Вместе с отдыхающими футболистов и болельщиков принимают еще 4 города края. Например, сборную Испании ждут в Краснодаре, а в Анапу приедут спортсмены из Дании. В связи с таким ажиотажем важно не допустить роста цен на гостиничные номера, а уж тем более на продукты питания, отмечает губернатор. Все гости кубанских городов должны иметь возможность попробовать местные фрукты, сыры и напитки. Доступность должна быть питания в Сочи, в первую очередь. Доступность для всех категорий граждан. Жителей, отдыхающих и болельщиков, которые приедут в этот период, для всех. Это у нас будет для богатых и богаче богатого, а все остальные где должны питаться. Здесь поручение в течение буквально следующей недели, протокол внесите, проработать с Минпромторгом, что ситуация может быть очень серьезной. Вот здесь мы, в чем здесь можем очень сильно повлиять, это с продукцией местных производителей. Вот давайте попытаемся сделать так, чтобы все-таки местные производители, поскольку это все находится на кубанской земле, максимально выиграли от того, что чемпионат мира по футболу проходит в Сочи. Чтобы у них была возможность у местных производителей реализовывать свою продукцию в Сочи, в Геленджике, в Анапе. В олимпийской столице и во всех городах, где будут тренироваться зарубежные спортсмены, правоохранители перейдут на усиленный режим несения службы. Только на самом стадионе Фишт следить за порядком будут 800 человек, а по его периметру еще сотрудники полиции и Росгвардии. Дополнительно привлекут и более 1500 казаков. Вопросы безопасности должны быть на контроле в каждом муниципалитете, говорит Вениамин Кондратьев. На кону честь страны, а значит, нужно продумать каждую деталь, чтобы футбольные болельщики возвращались на Кубань уже и в качестве туристов. Главы городов рапортуют, у них все готово к приему гостей. 72 улицы города являются гостевыми. Это те улицы, по которым наши гости будут гулять. Это те улицы, по которым они будут направляться к спортивным объектам. И я уверенно могу сказать, что городская среда будет в идеальном состоянии, красивом, которое будет привлекать
туристов. Город будет подвержен хорошему брендингу, то есть это та символика, которая непосредственно посвящена самому чемпионату мира. В целом, все основные мероприятия у нас отработаны, подготовлены. Могу сказать, что готовность у нас уже на 100% есть. Есть уверенность в том, что мы сделаем все своевременно, по ряду направлений с опережением, поэтому гости, которые будут приезжать к нам, и футбольная команда, которые будут дислоцироваться на территории Геленджика, они получат достаточно комфортное обслуживание. Мы создали штаб при муниципальном образовании, который будет работать круглосуточно, там задействованы все начальники управления на весь период чемпионата. Штаб будет работать и контролировать всю работу, как проходит чемпионат. До большого спортивного праздника осталось всего полтора месяца. Уже 15 июня на сочинском стадионе встретятся сборные Португалии и Испании. Всего же за время чемпионата мира ФИШТ примет 4 футбольных матча. Мария Крошная, Инна Чайка, Денис Перец, Денис Москаленко, Самир Гачаев и Сергей Щербин. Кубань-24, Сочи. Безопасность на курорте в период майских праздников должна быть стопроцентной. Об этом сегодня говорили на расширенном заседании антитеррористической комиссии, которая состоялась в Зимнем театре. С 30 апреля по 12 мая – это период, когда силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы. Но одно дело – работа полиции, другое – бдительность самих граждан. Всем присутствующим напомнили о телефоне доверия полиции. Кроме 02, можно набрать еще и другой номер – 2-69-29-53, чтобы сообщить о подозрительных лицах. И в городе появляется немало тех, кто был бы не прочь нарушить спокойствие курорта. Председатели садоводских товариществ провести полностью инвентаризацию, выяснить, кто же проживает в этих товариществах. Председатели гаражных кооперативов, которые должны отвечать за тех людей, которые там проживают. Знать, под какие нужды сдаются объекты гаражей. Недавнее преступление можно было бы предотвратить, считает глава города. Это убийство 5-летней девочки в Адлере, обнаружение лаборатории по производству наркотических средств на Лысой горе, если бы жители обращали внимание на тех, кто поселяется рядом. Человек опускают на квартиру без регистрации, в итоге он оказывается преступником. Также не все спешат сообщать в полицию данные о наемных работниках. Задержано 4 граждан Таджикистана, которые по данным партнеров таджикских являются пенсионерами Международной террористической организации «Исламское государство». Один из них готовится стать террористом-смертником. Указанные же граждане также проживали в центральном районе Сочи и осуществляли нелегальную трудовую деятельность на частных строительных объектах. Вот строительные объекты нам эту информацию не предоставили. То есть каждый зарабатывает себе кусок и не смотрит на безопасность прежде всего своих детей и своих близких и родных. Если для одних майские праздники – это отдых, для других – благоприятное время для совершения преступлений. Люди расслаблены, невнимательны, чем, собственно, и пользуются мошенники. Ветеранов просят быть бдительными и не пускать в дом незнакомцев. Еще одной важной задачей, состоящей перед нами, является недопущение противоправных деяний, в том числе мошенничеств в отношении ветеранов и участников Великой Отечественной войны. С этой целью оперативно в списке проживающих на территории города Сочи ветеранов, тружников тыла и узников концлагерей. Участковым полномочным осуществляется обход по месту жительства данных категорий граждан с обязательным вручением визитных карточек участковых уполномоченных, а также памятных «Осторожно, мошенники». Глава города еще раз попросил всех сочинцев создать в городе атмосферу праздника, поздравить с Первомаем и Днем Победы своих знакомых, людей старшего поколения. При этом не забывать о безопасности. Для этого оставаться внимательными, проверить свои дома, чердаки, подвалы. Такая же задача поставлена перед управляющими компаниями. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. В Сочи местный житель похитил куртку, пока был на приеме у врача. Задержали его по горячим следам. В дежурную часть обратился местный житель. Мужчина сообщил, что пока он находился в кабинете врача, неизвестный похитил его куртку. Выяснилось, что это сделал такой же пациент. После необходимых медицинских процедур мужчина совершил хищение куртки, которая висела в коридоре на вешалке. В ней не находились денежные средства и сотовый телефон. В ходе отработки данной информации сотрудниками полиции по горячим следам был задержан 32-летний местный житель. Мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, имел богатое криминальное право.
прошлое. Сумма ущерба составила более 40 тысяч рублей. В отделе полиции похититель сознался в преступлении, но объяснил это тем, что внезапно замерз, а куртка ему понравилась. Телефон в тот же день он поменял на мобильный другой модели. Сейчас подозреваемый содержится в изоляторе временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Автоледи пыталась провести в Сочи 80 литров водки для себя. Партию незадекларированного алкоголя выявили таможенники на российско-абхазской границе. В автомобиле было обнаружено 110 бутылок алкоголя, общий объем 80 литров. По словам 35-летней сочинки, спиртное она купила в магазине Duty Free для себя. Разрешенные к беспошлинному перевозу 3 литра алкоголя гражданки вернули, остальное изъято. Возбуждено дело об административном правонарушении. Всего с начала года по подобным фактам возбуждено 70 дел, изъято около 400 литров алкоголя. Юных сочинцев научили, как действовать в случае пожара. В школах прошли тематические уроки, причем объясняли не в теории, а на практике. В этом помогли сотрудники пожарной охраны курорта. Вместо учебников и тетрадей – настоящие пожарные машины и мотоциклы. Конечно, такой урок вызвал массу эмоций. Вот будущее, девочки, вот это ваше будущее. Виктория, твоим это стопу. За смехом и шутками суровая реальность. Очень часто в пожарах людей губит паника. А дети и вовсе, испугавшись, прячутся в труднодоступных местах. Как правильно себя вести в таких ситуациях, рассказывают не только педагоги, но и специалисты. Здоровье и благополучие нашего города начинается с наших детей. И поэтому мы их этим обучаем, как помочь. Они должны знать, как это все делается. И у нас это бывает в школе довольно часто. Мы совместно с управлением народного образования города Сочи решили провести в 70 школах открытые уроки по вопросам пожарных безопасности и жизнедеятельности. Мы подсказали детям, как надо себя вести в экстремальных ситуациях, показали на примерах и надеемся, что это приведет какие-то плоды и полезно будет. Тематические уроки проводятся в преддверии профессионального праздника огнеборцев. 30 апреля отмечается День пожарной охраны. Профессия эта сложная, ответственная, но именно о таких героях мирного фронта тоже нужно рассказывать детям, уверены в администрации города. Дети – наше будущее, и вложив сегодня в них историческое понятие, правильное понятие, рассказывая о вопросах безопасности, о греческом прошлом наших отцов, дедов, прадедов, дети это все впитывают и вырастут настоящими патриотами своей страны. В Сочи практика таких выездных занятий развита давно. В гости к школьникам регулярно отправляются кинологи, спасатели, пожарные, дорожные инспекторы и специалисты по делам несовершеннолетних. Сейчас это особенно актуально. До самых длинных и желанных каникул ровно месяц. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. До главного праздника страны, до Дня Победы, остается еще 2 недели. Но в Сочи уже активно поздравляют ветеранов с предстоящим торжеством. Сегодня Анатолий Пахомов встретился с ветеранами Центрального района курорта. Участники Великой Отечественной, дети войны, блокадники собрались за праздничным столом. В их адрес звучали слова благодарности за мирное небо над головой. Ветеранам рассказали о сценарии празднования Дня Победы. Глава Сочи Анатолий Пахомов напомнил и о помощи, на которую они могут рассчитывать. Это и санаторно-курортное лечение, такое уже проходит около 300 человек, ремонт жилья, в котором они проживают. Имейте в виду, что если вдруг где-то что-то надо помочь, сделать, я готов. И подремонтировать, и другую оказать услугу. Это все то, что мы сегодня можем сделать для вас. Все можем для вас сделать. Дай Бог, чтобы только вы жили подольше, чтобы здоровье у вас было. Анатолий Пахомов ветеранам и участникам войны вручил благодарственные письма за активную общественную работу с подрастающим поколением. В Сочи стартовал фестиваль флористики и ландшафтного дизайна. Фестивалю Land Art скоро исполняется 100 лет. Его история наглядно отражает все изменения, которые происходят во взаимоотношениях человека и природы. В рамках фестиваля ведущие флористы и мастера Land Art из России, Белоруссии, Молдовы и Японии под руководством известного преподавателя из Швейцарии Питера Хесса сооружают грандиозные композиции из природных материалов на территории одного из отелей города. Современное направление Land Art – это экология. Мастера используют исключительно те материалы, которые отторгла сама природа. Пни, сухие ветви, коряги получают вторую жизнь. Они очень органично вписываются в живую природу и могут еще долго в ней существовать. Питер Хесс занимается Land Art
Гагар там более 20 лет. Сегодня он впервые в Сочи. Для меня большое удовольствие работать в таком парке, в таком городе. Он очень зеленый. Я думаю, мы попали в Сочи в самое эффектное время года, когда все цветет. Это прекрасно. Я думаю, что у направления Land Art в Сочи прекрасное будущее. Для меня Land Art – это новое направление, и я рад, что могу попробовать что-то новое. Я рад быть в Сочи. Меня здесь впечатлило все – и люди, и погода, и, конечно же, природа. С работами мастеров абсолютно бесплатно можно познакомиться до 1 мая включительно. Живопись, вдохновленная танцем. В Сочи в Зимнем театре сегодня открылась выставка Евгения Баранова. Ее презентацию приурочили к Международному дню танца. Услышать музыку через полотно – такую возможность дает зрителю художник из Новосибирска Евгений Баранов. В экспозиции собраны зарисовки репетиций, выступлений, пойманные рабочие закулисные мгновения. Вообще изобразить танец – это очень сложно. Потому что, ну что главное в танце? Главное – это движение, это музыка. Что может быть лучше музыки? Только любовь. Вот. И поэтому моя задача как раз стояла передать музыку. Чтобы вот человек посмотрел, и что у него что-то такое зазвучало. Евгений Баранов – художник ярко выраженного лирического склада. Его персональные выставки и художественные проекты с успехом проходили в Москве, Новосибирске, Красноярске, Одессе, а также во Франции, Италии, Китае и Корее. В творческих кругах его называют белым художником. Он много и мастерски работает с оттенками белого цвета. Около 1000 спортсменок со всей страны приехали в Сочи на чемпионаты первенства России по эстетической гимнастике. Что это за вид спорта и кто в числе фаворитов, расскажет Ольга Десятова. Ее родоначальницей считается знаменитая Айсидора Дункан со своими свободными танцами, лишенными жестких рамок. В Эстонии и Финляндии ее считают национальным видом спорта. Это эстетическая гимнастика. Сегодня ее все чаще сравнивают с синхронным плаванием, правда, на ковре. Задача гимнасток, их должно быть от 6 до 10, разыграть на площадке мини-спектакль с элементами танцев, художественной гимнастики и акробатики. Спорта с вековой историей появился в России в конце 90-х. Сегодня им увлечены во всех регионах нашей страны. На соревнования в Сочи приехали 100 команд. Это около 1000 гимнасток. В Югспорте проходит чемпионат и первенство России. Участвуют девочки с 6 лет, юниорки, студенты и женщины. Нас очень много, что тут занять первое место, это как бы это очень хорошо. И это уже будет другое звание, на нас будут по-другому смотреть. Также в рамках соревнований проходит турнир, посвященный 15-летию эстетической гимнастики в Краснодарском крае. Кубанские команды представлены практически во всех возрастных категориях. Самая старшая взрослая команда, выступающая в самой престижной возрастной категории женщины, у нас входит в топ шестерку лучших стран мира. Регулярно выезжает на Кубки мира, на этапы Кубки мира, на чемпионат мира. И завтра начнутся соревнования для женщин. Не отстают и спортсменки помладше. На ковре команда «Волна» из города Сочи. Сегодня у девочек дебют на турнире такого уровня. На курорте этот вид спорта только начинает развиваться, но успехи уже есть. Самый высокий результат мы победили открытое первенство Краснодара, а также приняли участие в первых официальных соревнованиях для данной возрастной категории. Это Южный федеральный Северо-Кавказский округ. И на турнире также обе команды стали призерами, завоевали третье место. На соревнованиях в Сочи тоже есть за что побороться. И это не только медали домашнего всероссийского турнира. Он отборочный к чемпионату и первенству мира. Кто завоюет право представлять нашу страну на мировой арене, станет известно уже 29 апреля на закрытии чемпионата. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. И напоследок, забавное видео появилось сегодня в интернете. Его опубликовали в одной из соцсетей. Что за жесть?
«Будьте осторожны, отряд чешуйчатых в деле». Так подписал видео один из пабликов популярной соцсети, который разместил ролик на своей странице. Сочинец заснял необычного и очень неожиданного пассажира собственного авто. «Змея решила проехать зайцем», шутят в комментариях к видео. В интернете предполагают, что на капоте машины пригрелась не просто змея, а ядовитая гадюка. Автору ролика такая попутчица явно пришлась не по душе. Чем закончилась эта дорожная история, не сообщается. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.